Здравствуйте всем, привет всем, ребята. Сегодня 1 марта 2020 год. А это что значит? А это значит то, что сегодня первый день весны. А еще сегодня Масленица. Да, сегодня будут сжигать в парках. Зиму будут это самое гнать, короче. Потому что навстречу к зиме пришла долгожданная весна. Хотя в этом году что-то зима была какая-то непонятная. Больше было похоже на весну. А я приехал, знаете куда? Сегодня такое событие, ребята, сегодня действительно 1 марта 2020 год. И я сегодня приехал в Додо Пиццу, да, которая расположена и находится по адресу Братиславская улица, дом 22. Это вот Додо Пицца. Вот вы видите, да, Додо Пицца. Вот, что я хочу сказать. Мне на днях, на моем ночном стриме задонатили два человека, а именно его ник Бас415, по-моему, если мне память не изменяет, сейчас посмотрим. Так, сейчас, секундочку. Да, 415 Бас, поэтому респект тебе и уважуха за донат. И вот это самое, Людмила Людмурик тоже задонатила, большое тебе спасибо, Людмила Людмурик. Вот, что я должен сделать? Я должен сделать сейчас, посетить это кафе Додо Пицца и выбрать пиццу. Там пицца участвует большая в акции, диаметром 35 сантиметров. Вот, стоит она 575 рублей, что ли? Да, 575 рублей, это ее цена как бы без акции. Но у меня есть заветный промокод, который состоит из трех цифр, вот, да? Так, если я его, короче, назову, то мне эта пицца обойдется всего лишь за 449 рублей. В акции участвуют только 4 пиццы, любые на выбор. Ну, видите, как мало, вообще у них много пиццы, но так как это сама акция, поэтому только 4 дают на выбор. Вот мы сейчас, короче, идем, это самое, в Додо Пиццу. Это самое, вот. Кафешка у них маленькая такая, но ничего. Сейчас я пиццу выберу, ребятушки. Вот сегодня такой день, такое событие сегодня. Масленица, масленица. Так, вот здесь пекут, вообще молодцы, ребята. Так, это что у нас такое? А, вот он, чизкейк, 419 рублей. А мне написали, что он якобы 150 стоит. Ребята, а жрать-то здесь нечего. Уважаемый донатер, который мне задонатил на чизкейк, я сегодня... Ты меня прости, конечно, я брать сегодня не буду этот чизкейк. А знаешь почему? По одной простой причине. Потому что просто-напросто Ленка моя как бы уехала. Это вот девушка, она работает. Хоть сегодня праздник, да? Воскресенье. Но она как бы работает много, потому что квартиру снимает в Москве. Вот, и это самое... Работает даже по праздникам. Я брать не буду этот чизкейк. Ты уж меня извини, конечно. Я лучше эту пиццу возьму большую. Так что извини. Девушка, я за вами добуду тогда? Я уже жду заказ. А, вы уже ждете заказ, да? Да. Спасибо. А, здравствуйте, девушка. Вот здесь у вас, я знаю, проходит акция, да, большая пицца, 35 сантиметров. А по промокоду она как бы будет со скидочкой, да, у вас? Да, конечно. Сколько она стоит? 575, но если промокод я вам назову, она мне обойдется за 449, да? Да. А какой вы мне посоветуете взять? Вот здесь у вас есть пепперони фреш с томатами, пепперони фреш с перцем, кисло-сладкий цыпленок и сырная ветчина и сыр. Просто я беру ее как бы на дегустацию. Какая вот, как вы считаете, вкуснее получится? Чем вы любите? Да я вообще-то всеядный вообще-то. Кисло-сладкий цыпленок, ветчина и сыр. Есть также пепперони фреш с томатами и с перцем. С колбасками любите, либо цыпленок. Давайте, в принципе, пепперони фреш с томатами. Я думаю, нормально, давайте. Да, будет? Смотрите, вам большой на тонком тесте или на обычном тесте желаете? А как лучше? Ну, чтобы она мне обошлась. С бортиками любите или без бортиков? Как, сделать как лучше, мне без разницы. Давайте так на обычном тесте. На ваше усмотрение, короче. Хорошо. Баллы копите у нас? Нет, я ничего не коплю. Хорошо. Как вам обращаться? А, Сергей Резников. Канал так. Московский обзор, YouTube. Сергей, очень приятно. Все?
Все, да. Ничего не надо, только пиццу и все. 449 карточкой. Так, а где у вас? Ага. Руки замерзли, на улице что-то сегодня холодно, ветер такой. У нас жарко. У вас-то жарко, да. Да. Сегодня воскресенье, угу. А примерно через сколько она будет готова? 10 минут, ждите. 10 минут, да? Да. Хорошо, спасибо. Ну все, ребятушки, это самое, спасибо за внимание. Это первая часть, а вторая часть будет на моем канале. Поэтому все, я как бы прекращаю съемочку. Давайте, все, всем респект, ребятушки. Уже увидимся в этом видео, обзорчики. Все, всем пока. Вот, ребята, моя готовится пицца. Видите, написано Сергей, номер 55. 55 номер. Осталось где-то минут 7-8. Вот. Пиццы вот эти вот. Все, ребятушки, я получил свой заказ. Ждал ровно где-то минут 7-8. Очень быстро, я доволен. Вот мне дали, даже дали такой пакетик специальный. То есть он позволяет эту пиццу нести в горизонтальном виде. Я даже не знал про такие пакеты. Я думал, обычные пакеты, вот. Я даже с собой этот пакет взял. Но я бы его нес по-любому, наверное, в вертикальном виде. А в вертикальном виде нельзя нести, потому что она потеряет форму. Ну, вот такой пакетик дали. Все, пойдемте, ребята, на остановочку. Давайте. Ой, на улице вообще сегодня здорово, чудно просто. Весна, первый день весны, 1 февраля 2020 год. Какое 1 февраля? Сегодня 1 марта, ребята. А я говорю, 1 февраля. Сегодня 1 марта. Вообще погода супер. Единственный минус, то, что ветер сегодня. А так вообще уже весна. Смотрите, какой пакет прикольный дали. А я с собой, дурак, взял свой пакет и думал, как же я понесу, если ее нельзя нести, например, в вертикальном виде, ее только в горизонтальном виде носит. Но я все равно думаю, возьму пакет на случай, даже вот если дождь пойдет или еще там что-то, вот. Ну, думаю, буду нести все равно даже в своем пакете, в обычном, но только надо в горизонтальном виде. Видите, какой мне побывать дали пакет. Так, сейчас идем на остановочку, вот. Это, короче, первая часть. Ждите вторую часть. Вторая часть выйдет на моем канале. То есть первая часть, это где я покупаю в Додо Пицца саму пиццу, да? Это Додо. Вот. А вторая часть, это уже будет сам обжорчик. Так, идем, значит, на этот мы с вами, на светофор. Зеленого человечка ждать. Видите, ребята, когда с камерой приходишь в то или иное заведение, с тобой уже обращаются как-то более по-человечески. Конечно, когда ты сам никого не провоцируешь. Вот. Зеленый свет загорелся, короче. Сейчас мы дорогу перейдем с вами. Погода суперская. Так. Вон она, моя остановочка. Поэтому, ребятушки, всех я вас поздравляю с Масленицей, с широкой. Сегодня, кстати, вот последний день Масленицы. Сегодня сжигаю чучело в парках, тем самым гонят зиму. Зима надоела, хотя в этом году похоже, что зимы-то и не было. В принципе, вот. Сегодня, как вам сказать, хороший день выдался.
Вот она, Доля Пицца наша. Там мы с вами только что были. Вот она. Так. Ну все, ребятушки. Всем спасибо за внимание. Еще раз всех с праздником. С первым днем весны. Сегодня блины надо печь. А когда я буду блины печь, я даже не знаю. Сейчас пиццей наемся. Пицца реально здоровая. Я даже не знаю, сколько здесь. Наверное, полкило, наверное, есть. Я не знаю. Вот, поэтому я жду автобус. Все, не болейте. Давайте, всем спасибо за внимание. Увидимся уже во второй части. Непосредственно в самом видео обжорчике. Все, всем пока, ребятушки. Спасибо за внимание. Вот, ребятушки, я уже в автобусе. Автобус подошел очень быстро, мне повезло, ждал ровно 5 минут. А вообще этот автобус 749 ходит каждые 22 минуты. Но обычно, когда на ту или иную остановку подходишь, да, ждать автобус, там пишут, когда он должен подойти. Например, через 5 минут, через 10, через 20 и так далее и тому подобное. А я сейчас подхожу, мне нужен 749. Там такого не написано, там было написано, ходит каждые 22 минуты. Это, знаете, такой от меня лайфхак. Это говорит о том, что автобус должен подойти уже вот с минуты на минуту. Вот он подошел, видите, как быстро. А следующий человек, который подойдет после отъезда от той или иной остановки автобуса, уже там будет написано непосредственно, через 5 минут должен подойти автобус или через 10 минут. Ну вот как-то так, не знаю. Вот я уже еду, сегодня воскресенье. Очень хорошая погода. Солнечная была с утра. Единственный минус, сегодня очень сильный ветер. У меня, как у алкаша, руки даже трясутся. Ну, реально холодно. Ветер вообще. Поэтому еще рано одевать легкую одежду. Вот такая вот пицца, короче. Вот, посмотрите. Вот дали мне. Вот, Додо пицца, видите. Такая вот коробочка. Она еще реально горячая. Поэтому я думаю, она еще не успеет у меня остынуть. Вот. За раз я ее, конечно, употреблять не буду. Я, конечно, продегустирую ее. Вот. Продегустирую. И вам скажу, как она мне понравилась или нет. Ну, вообще, в принципе, я всеядный, я все люблю. А я даже это вошел в автобус, что-то не помню, карту тройку приложил или нет. А вдруг контролеры будут? Ну, если контролеры будут, ничего страшного. У меня эта тройка безлимитная. Ну, то есть на месяц она дается и стоит 1180. Вот совсем недавно стоила 1140, а уже 1180. Видите, как все дорожает. Вот, ребят, смотрите, если не верите, я отработал ваш донат. Вот видите, сколько стоит? 449 рублей. Вот. А так она стоит где-то, если мне память не изменяет, 575 рублей. Но она мне, видите, обошлась за 449, потому что я назвал заветный промокод, который состоит из трех цифр. Я, знаете, какую пиццу взял? Пепперони фреш с томатами. Диаметром 35 сантиметров. Вот такая вот. А руки заняты, неудобно с этим штативом. Он, кстати, полиция наша доблестная. Что-то я хотел вам еще сказать, ребятушки. Сегодня хорошо, в транспорте народу мало, потому что сегодня воскресенье. Хотя сейчас в метро народу много набежит. Луговой проезд. Следующая остановка. Луговой проезд. Топ-7. Запах на весь автобус от этой пиццы исходит. Что-то хотел еще показать, сейчас покажу, не знаю. Не, мне понравилось обслуживание. Я-то, если честно, думал, сейчас там начнется какой-нибудь, мало ли там скандал или инцидент, что мы пришли в наше заведение без разрешения, не представились, камеры, все такое. Не, нормально. Встретили,
Вот, правда, маленько. Но я бы даже не сказал, то, что они там удивились или испугались. Отлично, вообще супер. Вот, короче, еще раз повторяюсь, пицца это стоила 575 рублей. Но я им это назвал заветный промокод 150, да? Ой, все, я уже спалил промокод. Так что спешите, может, такую же точно купите. И вот там это в акции участвовало 4 пиццы. Любые на выбор. Пепперони фреш с томатами, пепперони фреш с перцем, кисло-сладкий цыпленок и сырная ветчина и сыр. Я взял вот пепперони фреш с томатами. Но она сказала, кто что любит, в принципе, на вкус и цвет товарища нет. Я думаю, мне любая пойдет, я эту и взял. Все, давайте, пока, ребятушки. Увидимся уже непосредственно на дегустации на канале «Московские обжоры». Вот, видео обжорчики. Все, пока, ребятушки.